Сегодня в основном будут звучать произведения, которые вошли в классический фон нашей русской композиторской школы. И, как вы знаете, родоначальником нашей настоящей, сложившейся школы был Михаил Иванович Глинка. Но были композиторы, которые писали и добренькие. Алябьев, Варламов, Мурилев, Березовский, Соколов, Фомин. Вот если бы, наверное, не было их, то, может быть, не было бы и последующего поколения. Произведение композитора, который является автором всемирно известного, можно сказать, шлягера «Соловей» Александра Галяна, мы сейчас исполним. Это увертюра к трагедии «Отступники» или «Осада Коринфа». Его брат написал вот такую трагедию, а Александр Галяна сочинил ей увертюру. Сейчас мы ее исполним.